Интерес к югорскому лыжному марафону вырос. За 2 недели на соревнования записались больше 1000 человек. Для сравнения, в прошлом году на регистрацию такого количества лыжников потребовалось около 3 недель. В этом году на марафон уже успели заявиться спортсмены из 164 городов нашей страны, а также гости из Казахстана. Самому молодому участнику гонки 1 год, самому возрастному 78 лет. Интересно, что мужчин вдвое больше, чем женщин. Напомню, югорский лыжный марафон стартует 7 апреля в Ханты-Мансийске. Первый день соревнования пройдут на дистанции 50 километров классическим стилем. Во второй состоятся гонки свободным стилем. Регистрация продолжается и будет открыта до 6 апреля.